Трям, дружище. Джемми, как обычно, около мыши. Я рад поздравить тебя с приходом очередной пятницы и добавлением новых скинов в нашу любимую игру под названием Раз. Итак, на этой неделе разработчики добавили нам 8 новых скинов. Но перед тем, как перейти к их просмотру, обязательно поддержи данное видео лайком, подпишись на канал, ну и не забудь оставить комментарий под видео о том, какие тебе скины понравятся и не понравятся, и какие ты себе уже приобрел. Ведь это сейчас очень важно для меня, когда видео собирают какие-то смешные просмотры. Ну и также не забудь подписаться на мой Twitch канал, где сейчас проходят стримы. Если вдруг появится желание пообщаться, залетай на Twitch, в общем. QR-код ты сейчас видишь у себя на экране, а также он будет в описании к данному видео и в первом закрепленном комментарии. А мы начинаем. Так, для начала посмотрим на печку, которая добавляет нам в серию Ультрамарин. Такая печка, которая будет светиться в темноте. Если зажечь, то в принципе видно и днем, как она светится разными своими осколками ультрамарина, по всей видимости. Неплохая печка для коллекции, самое то, для плавильни. Далее у нас идут гаражные ворота, которые похожи на гаражные ворота сортешек, в данном случае из водоочистных сооружений. Они так и называются. Water Treatment Door. Если хотели поселиться на РТшке, то данные гаражные ворота хотя бы чуть-чуть делают вашу мечту реальностью. Вот так это все дело выглядит. Гаражка данная не светится в темноте. Вот. Но выглядит забавно. Неплохо. Аутентичненько, скажем так, игре. Переходим к оружию. На этой неделе у нас всего один калашников. Зато какой. Еще и в стиле стимпанка выполнены. Он так и называется. Steampunk, AK-47 Steampunk. Плохой калаш. Симпатичненький. Реально, который выполнен в стиле стимпанка. Смотрим на перезарядочку. И через прицельчик посмотрим. Классный калаш. Мне он очень понравился. Как он выглядит. Симпатичненький. Раз на перезарядку посмотрим. Из вещей нам на этой неделе добавляют продолжение серии Heavy Knight. Ботинки и перчатки из дорожных знаков. Металлические перчатки. Аутентичное продолжение серии. В принципе, вся серия крутая, рыцарская, похожая на доспехи. Исключением не становятся также и перчатки, и ботинки. Все это выглядит очень классно и очень круто. Также на этой неделе нам завозят продолжение серии Black Diamond, а именно сет из дорожных знаков, килт из дорожных знаков, броню из дорожных знаков и кофейную маску. В принципе, также не становится исключением. Продолжение очень классное, в принципе, как и серия в целом. Вот, можно посмотреть на это все дело спереди, так и сзади. В общем, кто собирает данную коллекцию, рекомендовано к приобретению. Скинчики топовые. Ну что ж, ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. Не забывайте оставлять свое мнение в комментариях. С вами был Джемми. Увидимся в новых видео. Ну и на стримы забегать не забывайте. Все, всем пока. Всем удачи. И по традиции, как обычно, с меня вам вот такой вот жирный лайк. Удачи, ребят, и хорошей игры в новом вайпе.